зорға кіріп шығасын, ямаға түсіп кетесін әлі. Ездить невозможно. У нас техника выходит из строя. Наши водители даже отказываются обслуживать этот маршрут. Разбитый асфальт доставляет немало хлопот водителям общественного транспорта. Автобусы 34-го городского маршрута с трудом добираются до конечной остановки по улице Клары Цеткина. Здесь проводились работы по замене и реконструкции канализационного коллектора диаметром 900 мм. Местные жители говорят, что работы были завершены еще в прошлом году. Вот только ответственные лица, по всей видимости, не спешат залатать дыры и провалы в поверхности асфальта. Вроде в центре живем, а вроде как... Аул даже ешаганда ешепиз, да? По разбитому, конечно, неудобно ходить, но они обещают, вот как канализацию проведут до дома, мы согласились с ними, мы свое согласие дали. Отметим, что работы по замене и реконструкции канализационного коллектора в этой части города были начаты после аварии на линии. ТУ «Водные ресурсы маркетинг» изыскал средства на реконструкцию, и все эти работы были проведены еще в 2015-16 годах. Почему же тогда до сегодняшнего дня асфальт не был восстановлен? На этот вопрос ответили специалисты. Мы сейчас немного задерживаемся, не с финансовыми задержками, а в связи с тем, что в данном участке проживают жители, которых мы хотели сразу подключить. Поймите нас правильно, после того, как будет полностью закончена строительная работа, отдельная врезка для каждого, значит, потребителя, она будет, во-первых, в 10 раз дороже, во-вторых, опять же будет ломаться и асфальт, и опять для подключения. Поэтому мы проводили собрание с жителями, давали срок о том, чтобы они дали нам заявление. По словам представителей водоканала, прием документов для подключения канализационной системы продлятся вплоть до конца июня нынешнего года, после чего будут начаты работы по восстановлению асфальтного покрытия. Все расходы по подключению абонентов к канализационным сетям взиматься с горожан не будут, обещает начальник юридического отдела ТУ «Водные ресурсы маркетинг».